тысячи журналистов, блогеров и фотографов со всего мира прилетели в Париж, чтобы самим оценить возможности новых, теперь уже даже не смарт, а камерафонов. Ведь основной упор в устройствах серии Huawei P30 на фото и видеосъемку. По сути, как кто-то подметил на презентации, это камеры, которые умеют звонить. Лучше снимает новый девайс и в темноте. Производители поясняют, не только за счет оптической стабилизации, но и технологий искусственного интеллекта. А вот так работает камера в режиме ночной съемки. Смотрите, сколько света дает камера Huawei P30 Pro. Северное сияние, пятна на луне, снег на вершинах гор, каждая волосинка. Эта модель может снимать с 10-кратным зумом, почти без потери качества. Новая система Leica — это 4 камеры, в том числе 40-мегапиксельная основная со спектральным сенсором Huawei, 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а еще телефотообъектив и Time of Flight камера. И, конечно, как же без селфи? Для этого здесь есть фронтальная камера на 32 мегапикселя. К примеру, ваш ребенок играет в футбол. Тогда хочется и гол не пропустить, и малыша крупно запечатлеть. Камерафон может снимать одновременно на 2 камеры. На основной фотомодуль и телефото. Но где хранить отснятое? 8 гигабайтов оперативной и от 128 постоянной памяти. Потрогать новинки своими руками сразу после презентации буквально ринулись журналисты. Что ж, зарядка, как и в предыдущем Mate 20 Pro, шустрая. Достаточно полчаса. Есть и беспроводная, а также реверсивная, чтобы заряжать другие гаджеты. Я впечатлен камерой, потому что ее ночная съемка — это что-то невероятное. Мне нравится его цвет и зум. Он гораздо лучше, чем в других телефонах. Он такой легкий и может столько всего. При большом увеличении на фото не появляется никаких шумов. Это круто. Подметили еще одну деталь. Емкость аккумулятора больше, а вес меньше. Видимо, чтобы рука не уставала, пока фотографируешь. Мы хотим дать рынку, потребителям инструмент для впечатляющей мобильной фотографии, с лучшей детализацией картинки, с возможностью ночной съемки, съемки с максимальным приближением, мощным зумом. С сегодняшнего дня каждый может прийти к нам в бренд-шоп Huawei и протестировать все возможности телефона. Новый P30 Pro может работать сразу с 2 сим-картами. Выполнен из стекла, защищен по стандарту IP68. Это значит, телефон способен выдержать погружение в пресную воду на полчаса на глубину до 1,5 метров. Huawei постарался сделать новые смартфоны максимально надежными и защищенными. Для этого дисплей экрана покрыли 9 слоями нано-оптического волокна, который толщиной всего в 0,01 от листа бумаги. Что ж, теперь, обещает производитель, даже если ваш девайс нечаянно и упадет, то его шансы остаться целым очень высоки. Дизайнеры вдохновлялись, конечно, природой. 5 ярких цветов. Красный для женщин, черный для мужчин. Или не все так просто. Уже после презентации директор Huawei Ричард Ю показал нам свой девайс. Мне нравится этот цвет. Именно из-за своего перелива, перехода от темного к светлому, светло-голубой. Это похоже на речную гладь, на цвет неба. Очень красиво. Северное сияние, а еще светло-голубой, как раз и будут продаваться в нашей стране. Предзаказы на Huawei P30 и P30 Pro стартовали сегодня. Продажи начнутся 13 апреля. Официальная цена Huawei P30 – 1699, а Huawei P30 Pro – 2399 белорусских рублей. Наталья Козей, Александр Кривецкий, наши новости, УНТ, Париж.